Приветище! Мы находимся с тобой в ферме слаймов. На данный момент мы находимся на ферме Огдена. Нам нужно еще собрать 25 кукодобу. Кукодобу или как она там. В общем, чтобы он нам дал удобрение и свое тофу. Вот. Мы в прошлой серии получили от него тофу, но вот удобрение нам сейчас еще предстоит получить. Так что быстрее погнали собирать эту кукодобу. 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 25 единиц. Нам нужно всего 25 единиц. Есть. Еще 10 кукодобу. Уже 9. Кукодобу, я тебя соберу. Среди злых ларгу брожу. И собираю кукодобу. Ай! Ай! Откусили пол с отца. Кукодобу, посади ее в трубу. О! Ну-ка пойдем здесь посмотрим. Тайное убежище. Ларгу слаймов. О, точно! Смотри-ка! Наконец-то я нашел помет слаймов. Так, вот это надо собрать штуку. Во, вон туда сейчас стрельнем. Собираем. Да блин, не той собрал. Зачем мне саблезубый? Ларгу. Ну все, теперь можно возвращаться. Единственное, осталось только найти телепорт. Кстати, очень много народу писало в комментариях, что кукодобу нельзя посадить себя на ферме. Вот мы сейчас это и протестируем. А вот, кстати, и телепорт. Фух, хорошо, что туда прыгнул, у меня энергия закончилась. Заходим. Так. Огден, я принес тебе оставшиеся кукодобу. Твои любимые. Держи их все. Вот так вот. А это я забираю. Чё, все что ли? Собираем тофу. Эй, а удобрение ты мне дал? Сейчас поговорим с ним. Огромное спасибо за кукодобу. Ты далеко пойдешь. Волшебная смесь, которую я разработал для своих урожаев, сейчас доступна в списке обновлений твоего участка земли. Спасибо, дружище. Это здорово. Волшебная смесь защитить фрукты и овощи от гниения. И не беспокойся, я делаю ее из природных продуктов, из хороших, здоровых ингредиентов. Но я не всегда так думал. Я владел раньше на земле огромной компанией по производству мгновенного питания. Быстрая дешевая еда, сделанная из ничего, кроме химии и консервантов. Мы зарабатывали миллиарды, но никогда не производили натуральную еду. Вместо разработки питания мы занимались дизайном продуктов. Это было неправильно. Так я и прибыл на беспредельные запределья, чтобы выращивать полезную еду своими руками. Я хотел оставить позади свою жизнь на земле. Ну хватит об этом, а лучше больше о кукодобе. Если ты достанешь мне ее еще больше, то я дам тебе для твоего участка особое обновление Делюкс. Поторопись, Беатрикс, я изобрел новый рецепт, и мне нужна следующая поставка кукодобы, чтобы получилось как надо. Дядь, ну ты крутой, теперь мои фрукты и овощи не гниют. Хе, это же просто мечта фермера любого. Так, надо будет выполнить потом еще следующий его квест, но это позже. Возвращаемся на ферму. Сейчас мы попробуем посудить кукодобу. Где же мне тебе посудить кукодоба? Сейчас посмотрим. Наверное, здесь где-нибудь влепим. Попробуем. Вот, участок земли купили. И сейчас попробуем кукодобу выращивать. Да. Да. Очень много писали в комментариях, что кукодобу выращивать нельзя. Поэтому они оказались правы. Значит, мы этот участок уничтожаем. Уничтожить. И пойдем-ка прикупим новую смесь для всех моих фермерских участков, где растут всякие овощи и фрукты. Значит так, покупаем сюда. Вот она, волшебная смесь. Эта специальная смесь значительно замедляет процесс гниения созревших фруктов и овощей, пока они находятся на участке. Круто! Следующий участочек. Купить. И здесь тоже купить. И тут купить. Короче, я купил смесь сюда, и смотри, как участок земли засветился. Он словно сияет от фосфора. Надеюсь, Огден все-таки правильную смесь сделал, а то получится это какая-нибудь отравленная еда. Ладно, пойдем дальше. Итак, у меня еще один эксперимент. Что же будет, если я покормлю мозаичных слаймов кукодобу? Посмотрим, едят ли они такое или нет. Есть? Нет. Это же фрукт, они фрукты не едят. Тогда сделаем по-другому. Ребята, у меня есть для вас саблезубый плорт. Вы сейчас станете саблезубыми мозаичными ларго. Так что давайте приступаем к мутированию. Нате, ешьте плорты. Так, кушаем, кушаем. Смотри, какие саблезубики мозаичные. Довольные, ласковые. Хватит попердывать уже. Так, кто еще не съел плорт? Вот, ты не съел. На, держи. Вот так вот. Ну все, теперь у меня саблезубые и мозаичные ларго. Но дело в том, что саблезубые едят мясо, а мозаичные едят овощи. Фрукты они не едят. Так что идем экспериментировать на других слаймиках. Так, во, вы же у нас съедные. Так, ребят, давайте попробуйте кукодобу.
Прикинь, едят. Нифига себе, как тебя вздуло. Хотя, по-моему, это нормальное явление. Давай-ка еще проверим. Найти кукодобу. Короче, кукодоба естся, как и все остальное. Никаких побочных эффектов. Ну что ж, отправляемся на другую ферму. На ферму Моти. Моти, наверное, по нам соскучилась. Еще бы. Мы же ее любимчики здесь. Так, я забыл посмотреть, сколько там надо. Надо нам еще ровно половину. Ладно, 200 ртутных плортов нам осталось набрать, чтобы получить вот такой вот ультракурятник. Я прям в предвкушении, что же там за курятник-то такой могучий. Я, в принципе, готов. Нажимаем на кнопочку. Раз, два, три, погнали! Так, где же эти ртутные слаймики? Где вы? Во-во-во! Во! Замедлитель! Огонь! Ставим здесь капкан и здесь. И все, ждем. Ждем наших. Смотри, сколько полетело. Лупи по ним. Блин, не там, конечно, поставил. Во. Вот здесь нормально стоять. Ой, один пузырь лопнул, второй лопнул. Ну вот. Все, заряд закончились. Побежали, побежали вместе за всеми. Так, а это что у нас такое? Статически прилипало. Сейчас кому-нибудь прилепим. Во-во-во-во, куча какая. Вот так, хорошо. Где еще бежит куча? Вот сюда. Огонь. А теперь стреляй по ним. А это что у нас такое? Удар грома. Ловите пулюху. Бабах. Бабах. Вот так вот. Эх, тут мало было. 23 секунды. 23 секунды. 23 коровы. Точнее, 23 зайца. 23 скоростных слайма. Блин, 3 секунды осталось. Ну вот, все. На этом мои полномочия, все. Моти, Поти, я принес тебе все плорты, держи. Юху! Ну что, Моти, ты готова распрощаться со своей технологией? Что за черт? Сколько ты собрала? Ну раз так, наверное, курятник Делюкс сейчас будет для тебя доступен. Конечно, будет. Договор дороже денег вообще-то. Могу только пожелать успеха в украшении этих куриц. Но честно, мне кажется, ты и с этим тоже справишься. О, ты типа теперь со мной хочешь подружиться, да? Знаешь, иногда мне кажется, эта вся планета и есть курятник. Какой-то загон для того, чтобы отгородиться от людей. Иногда мне кажется, что мой отец отослал меня сюда совсем не для особого дела. Иногда у меня такое чувство, что он меня сюда выслал, чтобы я не стояла у него на пути. Иногда. Может, хватит уже иногда кать. Как курица в курятнике. Да, ты есть курица в курятнике. Как и кстати, о курицах, ты квочка, что сидишь без дела, когда так много работы. Ну вот, обзывательства еще пошли. Чё такое квочка, я даже не в теме. Давай-ка вернемся к поставленной задаче. Принеси мне следующую порцию ртутных плортов, а я вознагражу тебя особой наградой. Доступом к этому поместью и его плортам. Воу, то есть ты мне хочешь подарить свое поместье? Вот это круто. Мое поместье может стать единственной частью твоего ранчо, которая не будет выглядеть так убого. Было бы здорово, правда? Слышишь, у меня, между прочим, отличное ранчо. Вот она коза, а. Как же она меня так сейчас взяла и обосрала просто. Вот называла какой-то курицей еще и... Сказал, что у меня ранчо убого. Все, короче, пошли отсюда. Так, курятник Делюкс, где мои курицы? Курицы вас ждет новый апгрейд. Как же здесь шумно-то, а? Так, обновление до Делюкс. Специальное обновление, разработанное Моти Майлз. Удваивает число цыплят, которых ты можешь оставить, и выдворяет старых. Отлично, покупаем. Итак, ну смотри, у них разве что появился телевизор. Они теперь крутые, у них есть новости. А, пупить. В курятнике появился телевизор. У меня даже дома нет телевизора. Роскошно они живут, слушай. Мне чё-то как-то поднадоели фермы. Все на фермах и на фермах. На своих и на чужих. Пора уже поискать приключения. Сейчас мы с тобой отправимся в потерянный телепорт. На другую локацию, где еще совсем не были. Ух уж эти злобные фосфорные розовые ларго. Так и хотят откусить от меня кусочек. В общем, мы сейчас находимся... Ну, как бы, давай карту посмотрим, так проще будет. Вот здесь мы находимся, а нам нужно попасть вот сюда. Вот на этом маленьком участке есть или здесь... Да, по-моему, здесь. Есть небольшой телепорт. Или вот здесь. Короче, сейчас посмотрим. Рюкзак зарядился, полетели! Главное не упасть. В принципе, у меня все равно с собой ничего нету, так что будет не обидно, если я упаду в воду. Искупнусь. Пот свой смою. Так, летим дальше. И... Да, самый раз. Еще чуть-чуть, и я бы точно грохнул в воду. Перелетаем сюда. И где же этот телепорт? Телепорт. Я вижу только здесь сокровищницу. Блин, значит, телепорт вон туда. Нам надо вон туда лететь.
Юху, как высоко лечу я над морем. О, точно, вот он этот телепорт. Смотрим на карту. Да, все-таки вот на этом островке он был. Я там еще не был. Так что для меня это в новинку. Ну что ж, полезли, полезли. Опа-на. Итак, мы очутились. Я давай на карте посмотрим. Афиг его знает где. Мой навигатор сломался, смотри. Посерединке показывает вопросительный знак, типа, афиг его знает, где ты находишься. Я типа не в теме. Так, ну что ж, полезли. По горам, по сопкам посмотрим, что у нас там есть. Ого, какой подъем, здесь даже лесенки есть. Сейчас придем к какому-нибудь богу слаймов. И здесь как бы, ну, пусто. Здесь есть сокровищница, есть статуя усатого слайма. А, может быть, наверх забраться попробовать? Ого, да ты посмотри, здесь этих усачей-то много. Очень много. На самом деле, здесь мне писали в комментариях, проходит пати слаймов. Здесь иногда слаймы устраивают тусовки. Но я пришел не в пятницу, сегодня у нас понедельник, поэтому... А понедельник, как мы знаем, это не тусовочный день. В понедельник все работают. Поэтому здесь пусто, и никого нету. Ну что ж, мы обратно вернулись на эти скалы. Вон там вот у нас этот скрытый телепорт. А вон туда мы сейчас с тобой полетим. Мне интересно посмотреть, что же там. Ну что ж, полетели туда. Надеюсь, я долечу. Ого, смотри, там гордо есть. Блин, что-то кажется, я психанул. Я ж не долечу туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да, это было фейлово. Это было предсказуемо на самом деле, поэтому я выбрал другой путь. Блин, неужели я его как-то пропустил? Как же я так умудрился-то? Ну что ж, надеюсь, что он нам даст ключик. Потому что ключик нам сейчас необходим, чтобы кое-что открыть. Но об этом позже. Давай начнем его кормить. Так, готов. И... да, ключик. Здорово. Берем ключик. В коробках ничего интересного не было. Но зато покормили медовых слаймов. Ладно, а теперь пойдем, я тебе покажу, для чего нам нужен был ключ. Короче, здесь появились какие-то интересные башни, в которых есть телепорт. Еще один телепорт, который ведет в неизвестную локацию. Там, в этом месте, карта тоже глючит и не показывает, где мы находимся. Короче, сейчас я прибегу, и ты сам все увидишь. Ну вот мы и добежали, смотри. Вот она, эта башня. Сейчас мы туда... Опачки! Долетели. И здесь у нас есть вот такой вот телепорт. Я не знаю, откуда они взялись, раньше их здесь не было, я здесь все обегал. И вот недавно, когда я здесь шастал, я увидел их, они словно из-под земли выросли. Ладно, давай зайдем и посмотрим, что же здесь. А здесь у нас вот такой вот небольшой проходик и дверца, которую можно открыть слайма ключом. У меня как раз он есть, и давай попробуем его открыть. Так. Тихо. О, подожди, это похоже на храм слаймов. Ну-ка, давай карту посмотрим. А, нет, GPS не работает, нас не отображает, где мы. Только вопросительный знак и все. Ладно, пойдем. Опачки, здорово. Здорово. Зря я это сделал. Да. Похоже, здесь... Золотые слаймы, бомби их, бомби. Хорошо, что у меня есть с собой фрукты. Блин, плорты улетают куда-то нафиг. Где плорты золотые? Ребятульки, дайте мне плортов. Стой, стой. А, водопад снес его. Вот это место, вот это кайфушечки. Лупи, золотишечка. Вроде бы все. Здесь телепорт домой. А, там два тайника. Ого, здесь смотри, сколько сокровищниц. Ты только глянь, сколько здесь сокровищниц, а. Жалко, я их только открывать не умею. Нифига себе! Вот это кладка! Блин, когда же я научусь открывать эти сокровищницы? Также еще в комментариях писали, что надо был золотой плорт тогда скормить розовым слаймом. Они же всеядные, они бы его съели. Ну вот, смотрите, толку от этого вообще никакого. Вот я кидаю им. И как бы, ну, как бы... И ничего. Я этот золотой плорт протестировал на всех. Так что вам официально заявляю, что он не скрещивается ни с кем. Его так можно продать. Вот. А, хотя не. Давай-ка я два продам. Вот так. 341 копеечка. Опупить. Вот. Парочку продал. И вот эти три я отправлю сейчас в лабораторию. Мало ли, вдруг пригодятся в лаборатории. Вот так. На сегодня все. Я уже употел. Такая жарень на улице. Просто ужас.
Если тебе понравилось, то с тебя лайкосик под видосик, а также комментосик. Ну и не забывай подписываться на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить крутых новеньких видосиков. Ну все, а на этом пока. Пока, увидимся в новом видосике.